коли та який прикорм вводити дитині на грудному вигодовуванні. И я часто сталкиваюсь с тем, что идет переоценка, да, пользы и грудного вскармливания, и молочной смеси, и женщина может ввести прикорм позже, 6 месяцев, начиная вот с 7-8 месяцев. Поэтому все-таки рекомендация ВОЗ и наших протоколов о том, что своевременное введение прикорма с 6 месяцев, а если мама своевременно вводит, уже к 7 месяцев ребенок имеет уже какой-то даже ассортимент овощей, даже фруктов. Предпочтение сезонным фруктам, сезонным овощам. Потому что если мы говорим о цитрусах, все должно быть вовремя, и цитрусовые рекомендации ближе уже к 8 месяцам, пока ребенок сталкивается там груши, яблоки, необходимо ввести более что-то нейтральное. Ну и плавно переходить уже к каким-то заморским фруктам. Ни в коем случае не надо исключать из рациона детей что-нибудь такое необычное. Да? Важно в том, что ребенок получал 7 месяцев мясо обязательно, это как источник железа, и малыш каждый день должен получать необходимый объем мяса или там, белых сортов преимущественно. Коли малюку можно давати їжу шматочками. Мы здесь смотрим на готовность ребенка. Есть дети, которые в 7 месяцев уже очень спокойно могут перекатывать эти кусочки во рту, формировать ком, и у них это получается. Есть дети, которые в 9 месяцев не готовы жевать кусочки, они могут давиться. Все это индивидуально, и мы рассматриваем конкретно ребенка. Но мамам тоже важно понимать, что все-таки сначала лучше вводить гомогенную пищу, ну и уже смотреть, как ребенок ее может глотать, охотно ли он ее ест. И плавно переходим с 7-8 месяцев к кусочкам. Да? Что значит кусочки? Не так, что мы давали что-нибудь перетертое и решили дать куском яблоко или морковь. Это опасно. Можно начать с вилок. Да? То есть вилкой давить какой-нибудь овощ, он уже гомогенным не будет, и там будут кусочки. Когда женщина варит кашу, либо разводит ее грудным молоком или смесью, или водой, там тоже можно так ее перемешать, что будут эти кусочки. И уже смотреть на ребенка, насколько он готов их есть. Есть дети, у которых начинается рвотный рефлекс. Если так, даем 2 недели ребенку еще на адаптацию, возвращаемся к гомогенной пище и опять снова предлагаем. Я предлагаю сделать так. 90% гомогенная пища и 10% кусочки. То есть мы ребенка постепенно готовим кусочкам. Не так, что вчера гомогенная, а сегодня кусочки. Постепенно. И каждые 3-4 дня мы увеличиваем кусочки. 70 на 30, 60 на 40. И вот так постепенно в течение 2-3 недель переходим уже на более плотную структуру еды. Якщо дитина відмовляється від прикорму, треба наполягати чи полишити спроби. Ребенку иногда можно предлагать по 15-16 раз один и тот же продукт, и чудо просто, на 20-й раз они с охотой едят. Да, то есть дети, которые прекрасно с первого раза потребляют, им нравится, вкусно, прямо увлекательно, да, для них вот это потребление еды. Есть дети, к которым нужен подход. Вот я всегда, когда ко мне приходят на консультацию, я женщинам говорю, что в прикорме важно не вот эта скорость введения любой ценой, чтобы ребенок попробовал все сезонные фрукты и овощи, а это терпение. Это не насильственное кормление, а, к сожалению, очень часто и с этим сталкиваюсь, когда женщина, для нее просто это, ну, идея фикс, да, накормить ребенка. И вот эта терпимость к своему малышу и дать возможность все-таки выбора. То есть, да, можно приготовить разные варианты. Можно приготовить в разных цветах, можно ребенку дать выбор, но при любом раскладе только время, да, время, терпение приведет к тому, что ребенок будет охотно есть. Що робити, якщо дитина не хоче пити воду, адже вона необхідна під час прикорму? Я хотела бы успокоить женщин, чьи дети получают грудное молоко. В грудном молоке 87% воды, и даже если вы ввели прикорм, он может отказываться какое-то время от воды. Но предлагать обязательно нужно. В воде обычно дети начинают нуждаться, когда уже 50% рациона уже более плотная
еда, это не грудное молоко, и только тогда ребенок начинает пить. Поэтому, если малыш не пьет, не нужно искать какие-то чаи, какие-то компоты варить, тем более соки, которые не рекомендованы до года. Да и чай не рекомендован до 2 лет в детском рационе. Но вода должна быть всегда в доступе. Да? Иногда обращается в год с таким запросом, что ребенок не умеет пить воду, он ее просто не хочет. Всегда на столике, где ребенок может подойти и взять стаканчик, который не бьется, да, там, из пластика, например, или бамбука, но при этом может всегда попробовать попить. И учите обязательно детей пить из чашек. Мы поильники не рекомендуем, бутылочки тоже. Ребенок должен учиться пить уже из чашки взрослой. Чи можна дитині одразу давати можливість їсти самостійно? Нужно обязательно ребенку давать право выбора, какую есть еду, как есть. Да, на первых порах они начинают ручками это все трогать, сжимать в кулачках, оно все льется, многим не нравится. Есть женщины, которые прям вот злятся, что кухня грязная и так далее. Но это важно для того, чтобы развивать пищевой интерес ребенка. Это важно, и это приблизит женщину к тому, что он в год будет абсолютно спокойно есть самостоятельно. И вы знаете, я помимо рекомендаций сама эти все практики для, ну, на своих детях использовала, и моя дочь в 10 месяцев абсолютно спокойно ела кашу сама. Давайте все-таки уважать наших маленьких людей и давать им возможность права выбора.